Темы бывают разные. Громкие. Надавили, сказали, как голосовать, что говорить, чтобы России не было. Но это особый случай, это еще хуже. А что дальше-то, как дальше будет развиваться международный спорт? Иногда жаркие. Это политическая ширма, все. Проще деньги отжать. Ну, шляпа, да, просто высосанная из пальца. Часто провокационные. Это фашистующее решение. Это за гранью добра и зла. Сейчас хочу плюнуть вам в лицо, извините меня, пожалуйста. Но главное, что они всегда есть. Вы помните, что жизнь обязательно рано или поздно все расставит по своим местам. Есть тема. На спортивный телеканал все-таки переключу. На Матч ТВ. Алфавит.